Добрый вечер, дамы и господа. Мы очень рады видеть вас в стенах этого замечательного заведения. И сегодня мы вам представим вашему вниманию не совсем обычную программу, то есть совсем необычную. Мы сегодня для вас исполним джаз-панк-сюиту. Сразу хочу объяснить, почему джаз-панк. Ну, джаз, потому что понятно, что здесь все джазовые музыканты с корочками и все такое. А панк, потому что мы уже давно заметили, что чтобы мы не начинали играть, это рано или поздно превращается в панк-рок. Поэтому мы решили быть честными и просто вот назвать вещи своими именами. Сегодня мы, то, что мы сегодня будем исполнять, мы называем джаз-панком. Вот, а почему сюита? Я смотрю, среди вас сидят люди, отягощенные музыкальным образованием, и у меня такой вопрос. Кто не помнит, что такое старинная сюита? Хорошо, я вам подскажу. Старинная сюита — это сборник танцев. Но, переводя на современный язык, это такой трек-лист танцевальной группы конца 17-го, начала 18 века. То есть вот люди собирались, играли, и, в принципе, сюиты мы продолжаем играть до сих пор. Вот часто исполняем такую сюиту на вход гостей номер 2. Сюиту для пьяного офисного планктона номер 3. Или сюиту для пацанов с района в тональности ля минор. В принципе, все, что мы делаем, по большому счету, называется сюита. И сегодня мы вам исполним вот как раз вот такой сборник танцев, современных танцев. Но мы все-таки решили не отходить от традиции и дали частям традиционное название. Начнем мы с жиги. Жига у нас посвящена прекрасному состоянию, когда вот просыпаешься с утра в компании друзей, и вчера было так весело, а сегодня с утра так плохо, и голова болит, и мир изменяется, и все вот такое какое-то странное, но весело. Вот этому прекрасному состоянию и посвящена наша жига, которая называется «Синий заяц». Опа. We'll be right back.
Аркадий Баклагин, Андрей Марухин, Павел Махнин. Ну, меня зовут Михаил Иванов, и сейчас мы с вами будем двигаться дальше по сюите. В сюите обязательно должен быть такой танец, сарабанда. Это сокращенно от сакрабанда. Это такая похоронная процессия, ну, такой практически танец. То есть в Европе в 17 веке похороны тоже признавались каким-то танцевальным искусством, и поэтому люди выстраивались в такие важные профессии и несли кого-нибудь там да, в процессе. И в процессе кого-то несли. Так вот, мы сейчас вам исполним такую тоже практически похоронную процессию. И называется она «Похороны окурка». Почему такое странное название? Дело в том, что это название посвящено одному прекрасному по своей абсурдности и эффективности педагогическому опыту, который был распространен в Советской армии. В Советской армии было принято так, что приходят новобранцы, им говорят, что здесь курить нельзя. Они говорят, да, конечно, здесь курить нельзя, да, здесь курить нельзя. И, естественно, через какое-то время окурок находится в совершенно непотребном месте, там, рядом с полковым знаменем, там, рядом со складом горюче-смазочных материалов, после чего включается педагогическая процедура под названием «Похороны окурка». В чем она заключается? Часть внезапно будится по тревоге, именно так ночью. Выводится в полном обмундировании на плац, часто в противогазах, и вместе с полковым оркестром, натянув плащ-палатку, несут хоронить этот окурок. Это километров так за 20 отчасти. И потом под утро, естественно, возвращается назад уже. Торжественно, все с оркестром, противогазах, все как положено. И под утро возвращается в часть и начинаются обычные армейские будни. Естественно, после такого веселого развлечения солдат предпочитает съесть окурок, не то, чтобы выбросить его куда-то в неположенном месте. Итак, представьте себе, средняя полоса России, воинская часть 33-810. Глубокая ночь, полнолуние. Честь несет хоронить окурок. Хлопаем.
Дирижер Себастьян Бах. С вами новый концерт для фортепиано в нашей достаточно вольной интерпретации. Андрей Марухин. Ну, чтобы все о европейских танцах и европейских. Наш президент завещал нам, что Россия мультикультурная страна. Интернациональное развитие культуры является приоритетным. Поэтому мы сейчас сыграем танец не европейский, а новозеландский. И исполним танец, боевой танец, не просто танец, боевой танец хагу. Танец устрашения. И называется этот танец «Смерть фашистским оккупантам». Я не слышал, вы не рады, что ли, что под смерть фашистским оккупантам? В написании этой пьесы нам помог Дмитрий Шестакович, группа «Продижи» и Андрей Марухин. Thank you.
Заговорился. Ну, творчество мы не сами понимаете. В конце нашего первого отделения мы хотели бы исполнить песню, посвященную нашим домашним любимцам. Все мы очень любим кошечек, и кажется, этим даже их избаловали. Кошки в душе считают, и коты особенно, что Бог создал человека для того, чтобы он приносил корм, убирал за кошечками и постил их фотографии в интернете после этого. И вот один день из жизни такого кабанка в душе мы хотим вам сейчас исполнить. Один день из жизни кота Василия. Thank you.
Котика Василия, Андрей Марухин, Парамахенко, Аркадий Баклагин, Алексей Рославский. Мы к вам вернемся через некоторое время, посетив этот замечательный бар. И вам тоже советую это сделать. До новых встреч, которые произойдет буквально скоро. Ура! Thank you.
Алексей Веславский. Авкаги Баклаги. Авкаги Кардар Баклаги. И наш прекрасный клавиш, не новый, но всегда свежий. Максим Баранов. У нас, как в хорошем фильме Тарантино, части перепутались местами. Вот то, что вы сейчас слышали, это была такая прелюдия. Прелюдия к сюите. Ну и решили, почему бы вот с прелюдии не начать второе отделение. По-моему, хорошая идея, вам так не кажется? Да. Ну, тоже. Я тоже с вами согласен. Ну вот, переходим к следующей стадии Марлезонского балета и к обязательной программе. А, я забыл объявить композицию, которую прозвучала. Это была прелюдия, как в Агороне было в Чикаго. Хлопаем, хлопаем, хлопаем. Вот, а сейчас мы с вами сыграем композицию, без которой не обходится ни одна уважающая себя сюита. Мы сыграем «Алиманду». Такой печальный, грустный танец. И посвящен он новому слову, которое появилось в нашем языке. Русский язык, сами понимаете, что он обогатился новыми словами. Сейчас у нас не продавец, а менеджер, например, да? Хотя, в принципе, роль его не изменилась. Ну, можно продолжать в бесконечности. Так вот, и вместо слова «горюшка» и «кручинушка» пришло слово «печалька». И вот этому прекрасному состоянию печальки мы посвятим следующую нашу композицию. Итак, встречайте. «Алиманда», «печалька». Thank you.
Павел Мартиненко. Максим Баранов. Аркадий Бакланин. Алексей Ярославский. Михаил Иванов. Все, это группа МРТ. Ну, там, где анимана, там должна быть куранта. И сейчас в виде куранта мы вам исполним веселую песню, которая опровергает расхожий мем, что в русском джазе невозможно веселые названия. Вот то, что мы сейчас вам должны сыграть, по идее, должно быть называться либо «Веселое настроение», либо «The Moscow Groove». Но так как, собственно говоря, мы, как мы уже говорили, мы все-таки панки в душе, поэтому мы эту вещь решили назвать «Заяц, волк и три мешка картошки». Вот такое вот название. Хлопаем. Thank you.
Аркадий Бакладин. Нас часто на концертах... Нас так часто на концертах просто что-нибудь исполнить этакое. Подходит и говорит, а сыграйте нам джазовый стандарт. Мы говорим, понимаете, мы такая вот группа, мы вот играем авторскую музыку. Ну что, сыграйте авторский, что, сыграйте? Это же джаз, ну что, он западло, что ли? Мы тут пишем песни, вот у нас джаз-панк-сьюти. Для пацанов, сыграйте джазовый стандарт, что, не умеете, что ли? Ну и, в принципе, чувствую, что настало время, когда мы все-таки должны это сделать.
Итак, для нормальных пацанов звучит песня про тело и душу. Потому что самое главное у пацана – это тело и душа. И настоящий пацан знает, насколько это важно. Body and soul. Thank you.
Максим Баранов. На самом деле это был практически смертельный номер. Вот этот инструмент я первый раз держу в руках, вот на этой сцене. И я, ну, я думаю, что вы сами все прекрасно слышали, что происходило здесь. Тимофей Хазанов, Black Sax. Спасибо. Очень хороший инструмент. Молодец. Зачет. Ну, а в завершении нашего марлезонского балета вам вообще понравилось или нет? Просто. Мы сыграем песню про нетрадиционную сексуальную ориентацию в местах запрещения. Эта песня была запрещена в исправительных трудовых учреждениях Советского Союза, потому что в переводе она звучала уж очень скабрезно. Петушок. Чикин.
Макар Бадлайн, Павел Махмутов, Максим Баранов, Алексей Анеславский, Выкрыл Михаил Иванов. Это все был «Поэм Артель». Ура! До новых встреч! Спасибо, что вы были с нами.